В Сергиево-Посадском городском округе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку от ковида можно в торговом центре, сельской амбулатории и в травмпункте районной больницы. Во вторник, 11 января, с 10 до 12 часов прививки делают в клубе «Активное долголетие». Вакцину также привезут в амбулаторию поселка НИИР. В среду, 12 января, с 2 часов дня до 6 вечера, открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». Также прививки ставят в амбулаториях Лесхоза и Мишутина. В четверг, 13 января, вакцинация от ковида будет идти в амбулаториях Васильевского, Симхоза, Мостовика и Березняков. В пятницу, 14 января, с 12 до 17 часов, будет работать пункт вакцинации в торговом центре «Маяк». Вакцину также привезут Скоропусковский, Федорцово, Торгашино, Силково и Шеметово. В субботу, 15 января, с 10 утра до 3 часов дня, открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». В воскресенье, 16 января, с 10 утра до 2 часов дня, пройдет вакцинация в торговом центре «Маяк». Согласно графику, работает пункт вакцинации в торговых рядах. Со вторника по пятницу с 12 до 17, в субботу с 10 до 15 часов. По своему графику проводят вакцинацию в культурном центре Елизавета Мамонтова. Вторник и четверг с 2 часов дня до 7 вечера, в субботу с 10 утра до 3 часов дня. Кроме того, по будням с 8 вечера до 8 утра можно вакцинироваться на базе травматологического пункта районной больницы. В субботу в травмпункте можно сделать прививку с 3 часов дня до 8 утра следующего дня, в воскресенье с часу дня до 8 утра следующего дня. Предварительная запись на вакцинацию не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.